Всем привет, друзья и гости канала. Вы только пронаблюдайте вот эту вот толпу, да, которая только что высадилась из круизного лайнера. Ну и с парома, наверное, тоже. Не часто такое увидишь. И самое главное, самое интересное, что все пешком. Все куда-то вот бегают пешком, разглядаются. Вот интересно даже куда. Кто куда ходит? Покидает город, негде остановиться. Все отели забиты, похоже, да? Отелей нет, пора уезжать. Вот это да. Я-то думал, что у нас с вами отелей полным-полно. Действительно, смотрите, кое-кто возвращается. Здесь вот целая толпа стоит. Короче говоря, у нас наладилось. По крайней мере, водное сообщение у нас теперь, будь здоров, работает. Так, давайте взглянем. Мы с вами ожидаем, как вы помните, решения по поводу большого крупного проекта, кстати. Так, что тут нам хотят? Крупные проекты, да. Крупный проект на рассмотрение. Обрабатывает запросы. Ставит штамп одобрения. Да, интересно. Ну-ну. Долго будет ставить, интересно, штамп. Ну, это бюрократия, что вы хотите. Пока они там разбираются, мы с вами будем заниматься пока что своим делом. Посмотрим, двери открыты у нас. Мотокросс 22 тысячи. В 2 часа дня мы уже с вами заработали. Здесь у нас, посмотрим, что тут у нас с предприятиями. Отлично работает, пока что, по крайней мере. Здесь у нас пластика не хватает, да? Но пластик, я думаю, сейчас буквально подвезут. Тем более, что, как вы помните, мы с вами поставили еще один вот центр по переработке. И вот как раз в этом центре есть уже эти 175 ящиков пластика и вторсырье даже есть. Так, возможно, придется его расширить немножко. Добавить еще одну линию. Если она здесь добавится. Посмотрим. Ну и, как мне справедливо заметили в комментариях, для того, чтобы зарабатывать 1,5 миллиона, для того, чтобы проапгрейдить вот это вот здание. Вы видите, да, у нас сейчас 236 тысяч, но вообще-то у нас 500 000 в день идет. То нам нужно... 3 полноценно работающих вот таких вот завода по производству процессоров. Ну, это понятно. У нас 1,5 миллиона, нам нужно в 3 раза больше. Да. 3 завода, офигеть. Это, конечно же, довольно-таки сложно, мне кажется, будет организовать. Это таких центров по производству должно быть целая куча. Или мы должны будем сами закупать. Ну ладно, давайте пока мы что об этом думать не будем. Подумаем пока что о бюрократах, которые все никак не хотят штампы поставить, чтобы мы начали с вами уже крупный проект. Так, тут взглянем. Ну тут тоже, смотрите, 5800 в день туристов. И местных пассажиров 776. Ладно. Высокие доходы. Ортопедия. Буквально что, все ноги ломают, что ли? Ладно. Посмотрим, что тут у нас со школой. Мне говорили, что у нас тут проблемка. А проблемка в том, что у нас... Вы видите, да? Я пару классов снес. Давайте, наверное, поставим как минимум один. А то как-то совсем уж тут тяжело с обучением стало в нашем городе. Кабинеты на верхнем этаже мы сможем поставить? Нет, это только вот какую-то пристройку. Да и ту не сможем, так как у нас тут парк, смотрите. Здесь у нас вокзал мешает, да, с этой стороны у нас. По идее, вот эта вот штука мешает. Поэтому, извините, ребята, мы, наверное, будем делать с вами не начальную школу расширять, а сделаем среднюю школу. Хотя это и дополнительные расходы, я, конечно же, понимаю. Так, ну это все хорошо, я хотел проследить вот здесь. Есть ли у нас с вами здесь остановки, почему народ ходит пешком? Тут, правда, вот центры есть какие-то, да, тут где-то у нас отели. Агентство. Недостаточно места для увеличения плотности. Это тебе, что ли, недостаточно? Почему это? И этому недостаточно. Всем, короче, да, этому что-то не нравится. Не нравятся высокие налоги, да ладно. Налоги мы с вами, как вы помните, в прошлой серии снизили. И довольно-таки неплохо снизили. 11%.
12% для средних, ну 14%. 14% богатые должны платить. Нефиг. Потому что нефиг, да? Так, давайте взглянем, что у нас по транспорту, раз уж мы сюда пришли. Трамваи, автобусы. Да, автобусы, вот она, автобусная остановка. Вот почему народ отсюда шастает пешком. Сюда и сюда. Ну, в принципе, вот они на выставочный центр шли пешком, да? Но мне это не очень нравится, слишком далеко как-то. Вот здесь вот, правда, и трамвайная остановка у нас с вами есть. Возможно, они туда ходили. Ладно, мы поставим где-нибудь здесь автобус, можем? Автобусная остановка. А здесь, кстати, нигде мы ближе не поставим с вами. Поэтому, потому что здесь вот у нас этот центр, его вот эта вот дорога. А он на вот этом вот кусочке у нас просто не станет. А вот эту вот штуку сможем где-нибудь притулить? Это только здесь, да? Ну или вот тут. Собственно, здесь, ну, она здесь нужна, как мертвому припарке, мне кажется, поэтому... Пускай вот так все и останется. Пройдутся пешком, ничего с ними не станется, да? Тем более, что тут каких-то 200-300 метров. Одна остановка, вторая остановка. Кстати, завидую я вот этим вот перцам, которые здесь проживают. Смотрите, какой у них отличнейший здесь и вид, и место, да? Просто здорово. Выставочный этот центр, правда, шумит слегка. Но я думаю, они с этим свыкнутся. Трамвайная остановка рядом. Вот церквушка, даже помолиться можно, если что. 57 человек, кстати. Сегодня, вчера 34. Все больше и больше народа. Ходят туда молить о том, чтобы, наверное, чтобы мы налоги с вами уменьшили. Тут у нас чего? 1750. Так, ну что там с большим проектом-то? Сколько там можно штампов-то ставить? Строительство разрешено, здорово. Сражается с бюрократией, да. Сражение с бюрократией может очень долго занять. Крайне долго занять время, да? Ладно. Раз у нас строительство разрешено, то по идее, как вы помните, нам нужно с вами здесь, во-первых... Закупать, начать закупки вот этого вот бензина. Топливо, то бишь. Принять местные поставки. Топлива нет. Нам не местные поставки, давайте сейчас затарим. Сколько у нас? 4 миллиона. Управление местными поставками. Нам нужно с вами получить, импортировать. Кстати, не так уж, чтобы и дорого. Смотрите, 28 тысяч за 1000 галлонов, литров. Чего, непонятно, ну ладно. Баррелей. Ладно, все остальное мы с вами используем. Это используется, процессоры продаются, пластик используется. Ну, собственно, давайте будем импортировать. Да, используется так, вы видите, серьезно, да, что на склад ничего не попадает. То есть все сразу же свозится вот сюда, на завод по производству процессоров. Ну и он так с небольшими перебоями, но работает. Окей, что здесь у нас хотят? Наша свалка наполовину занята. Пора добавить еще один участок. Ну-ка, давайте посмотрим. Наполовину занята. Да. Так. Тут у нас, кстати, смотрите, почему-то уменьшился пассажиропоток. 900 всего в день, а здесь... 1000 в день. Кстати, меня в комментариях опять спрашивают, хотя я и говорил в предыдущих сериях, что вот это за звук такой помпы, да? После очередного обновления у нас появился вот этот вот звук, то ли вот этого вот завода, то ли вот этого вот завода. Короче говоря, какого-то завода. Когда мы с вами находимся вот в режиме обзора карты. И ничего поделать с этим я не могу. Правда, могу выключить просто звуки и все, собственно. Извините. Но без звуков, мне кажется, будет как-то совсем уж неинтересно. Поэтому оставим, наверное. Вот такой вот чавкающий звук, ну что поделать.
Я вообще рад, что загрузилась игра, так как вы помните, я рассказывал, что несколько раз приходилось ее полностью сносить и наново устанавливать, не скачивались обновления, а потом просто игра не запускалась после скачанных этих обновлений. Так, ладно, давайте взглянем, что здесь. Модернизация особняка, 24 часа. Оф, нифига себе. Заявочки. У нас 73. Ну, народ, в принципе, смотрите, да, доволен. Что у нас тут, давайте взглянем. Высокие налоги, да, отстань ты. Задолбал уже с высокими налогами, я уже их уменьшил. И мы видим, что начал город разрастаться, да? Недостаточно места для увеличения плотности. Но недостаточно это из-за того, что вот здесь вот. А кусочек мы сюда сможем себе поставить, нет? Никак. Так, мы хотели посмотреть с вами... Что мы хотели посмотреть? Во-первых, я хотел посмотреть... 10... Минус 10 тысяч, да что ж такое? Топливо мы с вами закупаем. Вот оно пошло, 500 000 сразу же, да, ушло. Минус 1 300 000. Просто здорово. Промышленность. Да, я хотел посмотреть вот это вот. Хорошо, что вспомнил. Высокие налоги. Жилой спрос у нас высокий и низкий есть. Среднего нет. Ну и коммерческого спроса тоже, кстати, нет, смотрите. Ну и промышленного тоже. Только вот жилой спрос. Но жилой спрос мы с вами поставили вот эти вот домики. Специально для тех, кто у нас не может себе позволить дорогое жилье. Это что за звук такой унитаза, да? Город живет своей жизнью, короче говоря. Функционирует. Отчет по продажам электроники 221. Но это все из-за того, что у нас с вами не было поставок ресурсов. Теперь-то они точно должны быть. Два завода работают. Производство остановлено. Пластик на исходе, производства остановлено. Здесь у нас чего? Просто смешно. Производство остановлено. Но вот здесь вот зато есть немножко. Правда, смотрите, 450 и 4,7. Они не смогут его доставлять. Короче говоря, в своем амплуа. Игра в своем амплуа. Хоть у нас полным-полно всего, да, но вот здесь у нас 900 мусорных баков. Вот я специально поставил вот здесь вот для того, чтобы они вот сюда приезжали и здесь забирали. Но нифига. Но зато, по крайней мере, вся остальная часть города абсолютно чистая. Полностью выбирают все здесь. Хоть это уже приятно. Так, я хотел посмотреть еще, кроме того... В обзорах региона посмотреть утилизация отходов. У нас 17 грузовиков обслуживает наш город. Да, и получается тогда вот 7 грузовиков у нас ездят все остальные города. Куда мы... Кстати, вот почему сюда никто не ездит? Давайте туда добавим 4. Так, 4 туда или 3? Не понял. Вот сюда мы создать, пригласить. Кстати, да, здесь требуется мэр. Здесь у нас 2 ездит сюда. 3 ездит сюда, 2 ездит. И сюда у нас ездит сколько? Тоже 2. Все остальные города мы с вами можем, вполне можем запустить. Пускай ездит и туда. И 15 грузовиков, я думаю, для нашего города точно должно хватить. Окей. Так. Ну так что там с крупным проектом-то? Сутки уже прошли. Строительство разрешено. Штамп. Ставит штамп одобрения. Не помешало бы развитие экономики и туризма. Можно подать запрос на строительство космического центра, но мы вроде бы как это и сделали. Перерезает красную ленту. Да что ж так долго-то, сражаются с бюрократией. Бюрократы сражаются с бюрократией. Короче, я думаю, что мы в этом месяце с вами не дождемся разрешения. Они там с одного стола на другой все переносят эти бумаги.
друг у друга подписи берут и штампы ставят. Жители, дети, 5 человек детей у нас минус $700. Вот такой вот парк. Как-то что-то я не наблюдаю здесь. Собственно, мы почему его здесь с вами поставили? Чтобы на въезде туристы и посетители города любовались вот этим вот парком. Но, откровенно говоря, 5 человек в день. Ну и, собственно говоря, я не вижу вот этого вот шара надувного, который здесь должен быть. Ладно, мы еще немножко подождем с вами. Возможно, не знаю, возможно, он заработает в конце концов. Ну, здесь, по крайней мере, хотя бы и радостно. 5,9 тысяч. Автобусы загружены до предела. Так, ладно, все это, конечно же, хорошо. Мы с вами посмотрели все, что могли. Как вы помните, мы собирались сносить вот этот вот университет вместо него. И вот здесь вот сделать дорогу. Проложить. Вот это вот убрать, часть дороги. И расширить трамвайное депо. Поэтому давайте, наверное, мы так с вами сейчас и сделаем. Тем более, что вот эта вот система машин-автобус здесь совершенно с вами нам не нужна. Да, сносим. Так, также мы сносим с вами вот этот участок дороги. Дальше у нас носится только университет. Вот здесь это что такое? Какой-то мусорник организовали здесь. Посмотрим, сможем ли мы добавить трамваев. Да, теперь мы трамвай добавлять можем. И это здорово. Так, поставим 88 минут. Ну, конечно же, это никуда не годится. Поставим как минимум 2. Так, ну и университет. Конечно же, сносить храм знаний — это плохое занятие, короче говоря, неправильное. И хотя у нас вот с вами есть, вы видите, да, университет. Ну вот я даже не знаю. Вот этот вот органично здесь смотрится в промышленной зоне, и мне он нравится. Несмотря на то, что мы с вами платим минус 10 тысяч в час. Ну, в основном, конечно же, вот университет у нас выедает, так скажем. И вы видите, что у нас, что утилизация отходов, энергия, образование и транспорт. Ну и специализация города. Но здесь специализация хоть как-то сама себя компенсирует. То есть у нас вот транспорт больше всего, конечно же, кушает. Но у нас туристы прут со всех сторон. Поэтому транспорт у нас остается. Вот образование 3800. Так... Бедные студенты, да, не могут теперь ни зайти, ни выйти оттуда. Поэтому давайте мы, наверное, пока что, я не знаю, ставлю пока я этот университет. Что-то мне прикипел, я душой к нему. Протянем здесь где-нибудь, если сможем, да, сможем. Сможем, но как-то оно так криво, почему так криво становится? Вот, отлично. Отлично, все равно как-то кривовато получилось. А, ну тут у нас, да, все правильно. Все у нас ровно. У нас вот за счет вот этих вот изгибов. Чуть-чуть в сторону ушло. Так. Ну, в университет, я думаю, что народ будет ходить не пешком, вернее, будет ездить на автомобилях. По исследованиям мы с вами тут смотрели. Собственно, для инженерного института вроде бы как особого ничего такого и нет. Исследование завершено, политехнический институт. А это мы... Что такое необходим? Тепловой ядерный реактор второго поколения. Генератор, использующий чистый уголь. Мы, в принципе, можем с вами просто изучить все подряд. Чтобы все открыть. Пускай работает. Школы переполнены. Да, насчет школ, действительно. У нас школы с вами переполнены, и мы собирались поставить среднюю школу. Я это сейчас и сделаю, несмотря на то, что у нас с вами будет вообще тогда кошмар, минус 12 тысяч. Но школы — это святое. Так, только вот где ее поставить?
нужно где-то в другой части города поставить, но опять же не слишком далеко от всех остальных. Ну, от, я имею в виду, от вот этого вот скопления. Так, я думаю, что мы поставим, наверное, где-нибудь или вот тут, или вот тут, или вообще вот здесь, может где-нибудь. Школа рядом с мэрией. Почему нет, собственно, да? Вполне мы можем себе так себе позволить. И вот здесь вот. Тогда у нас действительно будет вот здесь институт в этой части здания, в этой начальной школе, и в этой вот будет средняя школа. Ну что же, ставим. Ставим школу. Здесь у нас чего это? Короткий школьный автобус. А длинного школьного автобуса нет. Давайте взглянем, что у нас тут. Ну, конечно же, значок поставим, чтобы никто не сомневался, что у нас за заведение здесь такое. Поставим еще один школьный автобус. 43 тысячи. Да что там, как говорится, мелочиться? Да, поставим, наверное, вот так вот. Как минимум 3. И школьные кабинеты, спортзал. Повышая стоимость земли в жилой зоне среднего дохода, да здравствует торжество плоти, горе ботаникам. Я думаю, что мы это с вами поставим, так как сразу же оно нам понадобится. Так, и будет оно напротив школы или вот рядом как-нибудь. Кстати, если оно повышает стоимость земли, да, то тогда мы можем где-нибудь его вот здесь вот поставить. Это что у нас тут такое? А вот интересно, что это такое? Автозаправка, СО2. Ну ладно, пускай будет. Хоть и СО2. Хотя вот здесь вот, конечно же, неплохо стал бы этот спортзальчик. Кстати, он тут неплохо станет и вот так вот. И никому мешать не будет. Даже я бы сказал, что он просто здорово станет. Вот так вот, пускай будет. Окей. Вот теперь у нас с образованием более-менее ситуация наладилась. По крайней мере, я за наших симов вполне спокоен. Они смогут себе найти и по карману, и по уму заведение. Ну что же, будем с вами дальше ожидать бюрократических проволочек. Когда они уже закончатся, когда они там штампы поставят, да разрешат нам строить крупный проект. Здесь мы с вами, вы видите, закупили топливо, целую кучу. Будем отсюда его поставлять туда дальше. Как только разрешат нам строить этот самый крупный проект. Ну и, собственно, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.